Сегодня про вот этот шилд, который не купить в магазине. На самом деле я решил доработать свой старый проект, который управляет освещением на моем рабочем месте с инфракрасного пульта, и добавить ему НРФ-ку. Выполнено обновление в виде шилда, ибо это все сильно облегчает разработку. И пока что этот шилд в единственном экземпляре, и софт написан только для его одного. И на данный момент оно просто включает или выключает выход по команде с пульта или НРФ-ки. В планах это все как-то в сеть объединить, но пока только в планах. На шилде находится три MOSFET, стаб внутри 3 вольта для НРФ-ки, сама НРФ-ка, вход для 12 вольт, который также питает Arduino через вход VIN, вход для подключения инфракрасного приемника, вот он. И выходы на светодиоды. Выглядит это пока так. Отправляем в монитор порта 255. И еще раз. Можно включать по одному. И кодом. Это код, что в уне, на которой шилд. И тут я просто взял код из старого проекта, которому добавил NRF-ку. Принцип такой же, как и у Aero Remote. Здесь проверяем, пришли ли данные. Если они пришли, читаем их и смотрим, что за команда. И в зависимости от команды инвертируем выход. Ниже то же самое, но для инфракрасного приемника. В сетапе конфигурация и в заголовке директивы с кодами и командами. А вот это передатчик, это что подключено к компьютеру. Да, он действительно подключен, вот она. В ней парсим int, который пришел с компьютером, и отправляем его в эфир. Как видно, это простенькие примеры, которые можно наращивать функционалом. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Пока.